В рамках празднования Дня Конституции в Таразе получили жилье 90 семей. Ключи были вручены сиротам, людям из категории социально уязвимых слоев населения, а также сотрудникам из бюджетных организаций, которые многие годы стояли в очереди. Аким Жамбылской области прибыл на место, чтобы поздравить с счастливым событием обладателей новых квартир. Сегодня в микрорайоне Арай-2 сданы в эксплуатацию два многоэтажных жилых дома по 45 квартир в каждом. Среди очередников, получивших сегодня ключи от квартир, имеются порядка 18 сирот и люди, имеющие достаток ниже среднего уровня. С радостным событием людей поздравил аким области. Для любой семьи самое главное – это, конечно, жилье. Поэтому государство должно делать все для того, чтобы своих граждан обеспечить жильем. Что в этом плане делается в Казахстане, в том числе в городе Таразе, вы из своей повседневной жизни хорошо знаете. Конечно, хотелось бы всех, вот нас, очередников, где-то свыше 32 тысяч, всех сразу обеспечить жильем. Но, к сожалению, пока у нас таких финансовых возможностей нет, но мы каждым годом увеличиваем количество строящихся жилых домов, квартир. Вот только за этот прошедший 7 месяцев мы сдали 270 тысяч квадратных метров. И вот сегодня то, что сдается этот 90-квартирный жилой дом, это выдается именно этим категориям людей. Тем более вдвойне приятно, что это все делается накануне одной из самых главных праздников для всех казахстанцев. Это 25-летие нашей Конституции. Я от имени руководства области, города, во-первых, всех вас поздравляю настоящим праздником, этим радостным событием, что вы получаете квартиру. Всем желаем самое главное здоровья, успехов везде и благополучия. Всех праздником и с новосельем. Одним из счастливых получателей квартиры стал Жанибек Байтурсынов. Он по себе знает, как трудно жить без родителей. Справляться одному со всеми трудностями и все равно не сдаваться. И вот сегодня у Жанибека наконец-то произошло одно из самых значимых моментов в жизни. По его словам, узнав новость, он не смог сдержать слез. Наконец-то у нас есть собственная крыша над головой. Мы очень долго об этом мечтали. Спасибо нашему президенту Касым Жомарту Токаеву за ведение подобных программ. Не могу и выразить свое счастье. Мы с женой прослезились, когда узнали, что нам дадут ключи уже от своей квартиры. Да поможет Бог сиротам, таким как мы, чтобы никто не остался без собственного крова. Необходимо отметить, в очереди на получение жилья стоят порядка 32 тысяч семей. По словам специалистов, этот вопрос будет постепенно решаться в рамках реализации различных государственных программ. В настоящее время в областном центре строится 51 многоэтажный дом. В первую очередь необходимо обеспечить жильем сирот, а также многодетные и малоимущие семьи. Элеонора Бухонова, Адильбек Самаликов, 77 News.